Тебе нужно попасть туда, осмотреться на месте и забрать любые улики, блокноты, жесткие диски, все, что найдешь. Но там еще остались жители, а это значит, что туда уже идут чистильщики. Если Амхерст не он, я съем свою центрифугу. Самое главное для нас сейчас – это его записи. Доктор, мы не можем бросить этих людей. Если мы не разберемся с этим вирусом, людей скоро вообще не останется. Похоже, там пожар. Нужно осмотреть квартиру подозреваемого. Подозреваемого? Как его? А как же презумпция? Да ладно, я же его видел. У чистильщиков коллективный психоз. Надеюсь, они нам тут не подходят. В нашей группе новый агент. Дом они еще не сожгли, слава богу. Как мне хочется поговорить с кем-нибудь из этих чистильщиков. Пусть объяснят, зачем они это все делают. А я тем временем буду медленно его душить. Я нашла квартиру Амхерста. Это на той стороне двора. Но, похоже, кратчайший путь перекрыт. Придется идти в обход. Не надо! Мы здоровы! Не надо! Не трогайте его! Отойдите! Нет! Мы отправим сюда кого-нибудь за выжившими, заберем их на базу. Ты расчищаешь дорогу, так что не останавливайся.
Квартира наверху. Если вирус создал этот Амхерс, там наверняка должны быть улики. Такие люди не уничтожают доказательства своих достижений. Осмотри квартиру. Возможно, там уже все разграбили, но вряд ли мародеры позарились на бумаги и жесткие диски. Если нам повезет и там будет Амхерст, тащи его сюда. Хочу задать ему пару вопросов. Настолько не повезет. Так не бывает. Помечтать-то можно? Надеюсь, время потрачено не впустую. У задачи высокие приоритеты, я отправила за тобой вертолет. Но сначала нужно зачистить крышу от врагов, иначе ему не сесть. Не рискуй, просто достать улики. Молодец, агент. А теперь зачисти крышу, чтобы мы могли вывести улики. Вообще-то вертолет предназначен только для эвакуации из темной зоны зараженных материалов. Но в данном случае мы сделаем исключение. Маяк, это Альбатрос-2. Мы готовы забрать груз.
Маяк, это Альбатрус-2. Груз принял, возвращаемся на базу. Конец связи. Вертолет с уликами летит на базу. Я знаю, среди мирных жителей были потери, но если бы не ты, их погибло бы в разы больше. Отличная работа, агент. Хорошо. Эти записи Амхерста определенно все меняют. Мне всегда казалось, что он какой-то мутный тип. Я загрузила отчет по ним. Посмотри. То, что ты видишь перед собой, это вирус оспы. Первые 1-2 недели, пока длится инкубационный период, носитель не заразен. Судя по записям Амхерста, он явно хотел это изменить. Сделать зеленую отраву заразной уже в период созревания, а заодно ускорить инкубационный процесс и распространение. Короче говоря, он более заразный и быстрее воспроизводится. И это плохо. По всем данным, эта зона безопасна. Поглядите на это все. Пользуйтесь на здоровье. Смотрите, вам понравится. Подходите, выбирайте. Ну, может, в другой раз. Смотрите, доберите, пока не расхватали. Посмотрите, что у нас есть.
Пакеты закончились. Простите. Хотите прибарахлиться? Поглядите на это все. Приходите еще. Данные просканированы. Загрузка. Мы получили материалы, указывающие на недобросовестность одной фармакологической корпорации, а также на то, что кто-то был очень близок к созданию вакцины. Надо найти человека, предоставившего эти сведения. Скорее всего, это Джуди Уолтерс, сотрудница компании Vexix. Последний раз ее видели в головном офисе Vexix'а. Многие пробуют попытать счастье в темной зоне. Мало кто возвращается. Внимание! Выход из безопасной зоны! Еще увидимся. Клево. Спасибо. Рядом с вами находится эхозапись. Обнаружен активный эхо-маяк. Рядом с вами находится эхозапись. Они же не звери, мистер Валесси. Извините, господа, я еще раз попытаюсь их переубедить. Мы просто хотим обсохнуть. Извините, но вам придется забрать свои вещи и покинуть это место. Вы препятствуете движению машин. Нет тут никаких машин. Чего мне ты? Пора. Я перезвоню.
обнаружен активный эхо-маяк. Подожди. Мистер Валесси, я серьезно. Я не буду с вами разговаривать, пока не дам им второй шанс. Я надеюсь, что вы их убедите. Но если нет, я буду ждать вас снаружи. У меня прямой эфир в 7 часов. Джуди тебя просит пройти в переговорную. Господи, мир сошел с ума. Я хотел сегодня позвонить и сказать, что не выйду на работу. Ну, горло что-то болит. Но скоро ведь будет пересмотр компенсаций. Слышь, Джуди? Джуди? Куда ты пошла? Знаете, будь у нас больше ресурсов, мы бы получили эту вакцину. Я-то полагала, что нас прежде всего должны заботить люди, а не деньги. Охрана? Мэтью, мисс Уолтер спускается вниз. Задержи ее, пожалуйста. Джуди? Хорошо. Мисс Уолтерс, подождите! Пусти меня!
Рядом с вами находится эхозапись. У меня на глазах. Боже мой, фиг. Без нее весь сюжет развалится. Может сделать что-нибудь по 10451? У тебя есть что-то на эту тему? Нет, но... Подожди-ка. У нас будет сюжет. Черт, все кончилось плохо. Была у Vexix вакцина или нет, мы не знаем, но на этой USB-флешке могут оказаться критически важные данные. Я постараюсь найти этого Рика в Олесе. Спасибо, агент. Какой добрый человек. Агент, ты наверняка и без меня знаешь, что это просто великолепная Подходите. Работа. Знаешь же, да? А тебе кто-нибудь говорил, что ты потрясающе выглядишь? Честное слово. Конец связи. Всякое бывает. Хотите прибарахлиться? Смотрите, доберите, пока не расхватали.